Друзья, сегодня рано утром эта страшная новость заставила плакать всю Россию. До сих пор многие не верят в это. Многие говорят, что это неправда. Судить только вам. Вчера вечером возле своего дома неизвестные лица избили всем известного российского актера театра и кино Сергея Горобченко. На данный момент он находится в коме в 22-й городской больнице города Москвы. Как это все произошло, пока неизвестно. Известно только то, что у актера при себе была большая сумма денег, около 150 тысяч рублей. Зачем такую сумму денег он нес при себе, никто не знает. Сотрудники полиции пытаются выяснить, как это все происходило, а также найти данных лиц. Но пока результатов нету. Завтра утром на нашем канале появится свежий выпуск с подробностями об этой трагедии.